В Витебске вспоминали события 75-летней давности. Клуб военно-исторической реконструкции показал, что происходило в окрестностях города зимой 43-го. В годы Великой Отечественной войны две трети территории Витебской области были под контролем партизанских бригад. Опираясь на такую поддержку, всего за несколько месяцев Красная Армия провела сразу три наступательных операции по освобождению Витебска. Необходимо, чтобы люди знали свою историю, знали, как их деды во время Великой Отечественной войны защищали свою родину, во что они были одеты, с какого оружия побеждали, грубо говоря, ну и какие силы к этому были приложены. Мне понравилось, как солдаты стреляют по немцам, мне понравилась их одежда, как бы они такие классные. Праздник к столетию создания Красной Армии организовал музей легендарного камбрига Миная Шмырева. Гости могли познакомиться с бытом партизан, амуницией, оружием войны, а военнослужащие 103-й мобильной бригады показали приемы рукопашного боя. Главным угощением стала солдатская каша.